Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лица Академии». Мы рассказываем о людях, которые своим трудом формируют современный облик старейшего учебного заведения России. С вами Мария Пономарева. Сегодня мы встречаемся с протоиереем Леонидом Грильхисом. Отец Леонид – ученый-семитолог, преподаватель древнееврейского, сирийского и арамейского языков, заведующий кафедрой библеистики Московской духовной академии и поэт. В этот день вся проповедь умещается всего два слова – «Христос воскресе!». И в этих словах вся наша надежда, все наше упование, вся наша вера, вся сила, вся радость, все торжество. «Христос воскресе! Гроб пуст! Воскресе! Камень отвален! Воскресе! Пелена свиты! Воскресе! Повитый воскрес!» «Христос воскресе! Не бойтесь! Воскресе! Кого вы ищете? Воскресе! Иисуса распятого! Воскрес Он! Нет Его здесь!» Здравствуйте, отец Леонид. Здравствуйте, Маша. Вы закончили строительный университет. Вот откуда взялась любовь к языкам? Ну, я думаю, что в строительном университете, тогда он назывался МИСИ, я оказался достаточно случайно. Дело в том, что я с детства все время рисовал. Ходил, еще будучи совсем маленьким, в студию, потом закончил художественную школу. Последние два класса я учился в архитектурной школе. И поступал, собственно, я в архитектурный институт МАРХИ. Вот. Но, к сожалению, я туда не добрал один балл. И, собственно, в том же году я поступил тогда, чтобы не терять год, поступил в строительный институт. Тогда это был еще институт. Вот. Но, когда я учился на первом курсе, я впервые открыл Библию. И впервые для меня открылись и меня заинтересовали религиозные вопросы. И, надо сказать, на этом мое серьезное обучение в институте закончилось. То есть я продолжал сдавать экзамены, я ходил, я, собственно, получил диплом. Но все мои интересы, они были сосредоточены именно вот... я даже не скажу в церкви, потому что я в церковь я начал ходить, но это еще было такое неактивное хождение, а вот именно в решении вот этих религиозных вопросов. И чтобы понять Библию, которая как-то меня очень захватила, я решил, что необходимо изучить вот те языки, на которых Библия говорит. Стал изучать еврейский, потом оказалось, что надо еще выучить арамейский. Новый Завет написан по-гречески, соответственно, я стал изучать греческий язык, и так далее, и так далее. И вот у меня был такой колоссальный стимул в изучении этих языков, потому что я искал, для меня эти языки были возможностью прочитать Священное Писание, прочитать его глубоко, чтобы докопаться до самих его корней. А как начали преподавать в Московской духовной академии? Во-первых, я начал преподавать языки сначала в Свято-Тихоновском институте. Mm. Вот. Но здесь есть довольно-таки интересная история. В 92-м году меня назначили настоятелем храма в селе Остров. Храм 50 лет был закрыт, он стоял без окон, без дверей, без крыши. Когда открыли, там появились иконы, и нас грабили. Вот. И с тем, чтобы как-то охранять этот храм, я поселился на колокольне. И был там как бы и священником, и сторожем. Вот. Но чтобы занять свое время, я стал писать учебник древнееврейского языка. И... По ночам, когда вы сторожили? По ночам, днем. У меня было как бы там много такого свободного времени. Вот. Дело в том, что до этого не было, вообще по-русски не было ни одного учебника. Вот. Но с тем, чтобы
студентам, в первую очередь вот студентам Свято-Тихоновского института, где я начал преподавать, дать какой-то учебный материал. Я стал делать этот учебник. Этот учебник вышел, он был опубликован. Вот, и по нему сразу стали преподавать. И в Свято-Тихоновском, и здесь его закупили большую партию. И, насколько я знаю, в РГГУ и в разных других местах. Вот, и однажды, это было, по-моему, сентябрь 97 года, я был в отпуске, ехал через Крым в Турцию. И в Крыму со мной связалась матушка и говорит, только что звонил владыка ректор из академии, он хотел с тобой поговорить, и он приглашает тебя преподавать древнееврейский язык в академии. Я с ним связался, объяснил, что вот я сейчас уже на полпути в Стамбул, то есть в Константинополь. Вот. Ну, владык сказал, что хорошо, мы готовы ждать до октября. И вот с октября 97 года я здесь преподавал еврейский язык, потом, собственно, ветхозаветные дисциплины, и с 2004 года стал заведующим кафедрой библеистики. Так что вот история такая. Я считаю, что вот этот мой учебник, который я писал днями и ночами, в который я вложил много сил, он как-то вот сделал свое дело и открыл мне дорогу в академию. А с 98 года меня пригласили также преподавать в МГУ на кафедру общего и сравнительного языкознания, где я уже тоже почти 15 лет веду факультатив, который называется «Язык Библии», но, по сути, мы тоже там изучаем еврейский, древнеарамейский язык, мы читаем Священное Писание, и я рассказываю нашим студентам, так же, как и здесь, о поэтике библейского повествования, об особенностях композиции, об особенности построения этого текста и так далее. Вы переводите на русский псалмы Давида. Псалмы — своего рода поэзия. Вот на ваш взгляд, важна поэзия для обращения к Богу в молитве? Ну, поэзия — это вообще высшая форма языка. И мне кажется, что все, что облечено в поэтическую форму, это просто является, ну, неким идеальным языком. Кроме того, именно поэтическая интонация, она позволяет непосредственно воздействовать на чувства человека, конечно, в первую очередь. И мне кажется, что все-таки очень важно, ну, по крайней мере, когда мы читаем по-еврейски псалмы, мы видим, что это поэзия. И эта поэзия очень экспрессивная. Часто это крик, вопль о помощи, обращенный к Богу и сложной ситуации. И наша псалтырь, она немножко как бы бытует в другой плоскости. Для нас это часть книжной культуры, в первую очередь, некой богослужебной культуры. Вот. И эта интонация, она теряется. И мне кажется, что вот, собственно, мои переводы, которые я делаю, это попытка дать русскому читателю почувствовать вот ту интонацию, которая заложена в языке оригинала. И тот ритм, который тоже есть в языке оригинала. То есть, когда мы читаем по-древнееврейски. Например, «Бецет Исраэль Мимицраем», «Бейт Яков Меам Клоэс», «Каита Иуда Лекадшо», «Исраэль Мам Шелотав», «Каям Раав Янос», «Кьярден Исов Кляхор», «Гарим Рагдун Хаилим», «Гваот Кивный Цон» и так далее. То есть даже человек, который не знает еврейский язык, он все равно ощущает, что это поэзия, потому что здесь есть так называемый тонический ритм, здесь есть определенные эпизодические рифмы и так далее. И вот дать почувствовать русскоязычному читателю вот все особенности вот этого библейского стихосложения на русском языке. Вот задача была. Вот. И надеюсь, что отчасти я к ней, к этой цели приблизил. Тогда почему молитва «Отче наш», единственная молитва, которую дал нам Спаситель, достаточно сухое перечисление просьб? Ну, дело в том, что здесь опять мы читаем эту молитву в переводе. Либо в переводе русском, славянском, либо в греческом. Но никто не сомневается, что эта молитва изначально была сказана по-семитски. Некоторые считают, что по-арамейски, некоторые считают, что по-еврейски.
И сейчас склоняется как раз больше к тому, что Господь мог говорить также и по-еврейски. Но как только мы делаем вот эту семитскую реконструкцию, то не только молитвы, но и притчи, они все приобретают удивительную поэтическую форму. Они обнаруживают аллитерацию, ассонанс, ритм, все вот те элементы, которые характеризуют поэзию именно в рамках семитской поэтики. И то же самое молитва «Отче наш» — это поэзия. Если мы, ну, по-еврейски звучит вот так. «Авину шебешамаем, иткадеш шимха, таво мульхутха, их ярацунха, их башамаем афальха арац, этлех мульмахар тен лану хайом, умахалену отхавотейну, кемахальну отхаявейну, ве альтах нисену аль нисайон, ахтушеену мисатон». То есть вот мы сразу слышим, даже не зная языка, мы слышим вот эти все моменты, которые характеризуют поэзию. Вот, поэтому надо сказать, что и Господь и проповедовал, и молился, обращался к Богу именно на очень красивом языке, на очень возвышенном языке. Это действительно, с точки зрения семитской поэтики, очень высокий стиль. Давайте послушаем ваш перевод 21-го псалма. Это будет лучшей иллюстрацией красоты и поэтического обращения к Богу. Боже мой, Боже, зачем ты покинул меня? И не спасают меня ни слова, ни плач. Боже, зову я весь день, ты молчишь, но и ночью без умолку я продолжаю кричать. Ты святой, почиешь на хвалах, возносимых Израилем, на тебя уповали наши отцы, уповали ты их спасал, взывали ты их вызволял. На тебя уповали они и не были посрамлены. Я же нелюдь, отребья, червь, позор для людей. Всякий, завидев меня, надо мной глумится, разевает свой рот, качает своей головой. Господу он доверял, так пусть тот спасет, пусть выручает его, если он им любим. Не отступись от меня, подступила беда, некому мне помочь. Окружило стадо тельцов, я в кольце фасанских быков, разинули пасть на меня с рыком свирепого льва. Я пролит, подобно воде, все кости распались во мне, сердце размякло, как воск, и по кишкам растеклось. Мышцы сохлись, как черепок, липнет язык на губах. Ты поверг меня в трупный прах. Со всех сторон мчатся псы, злая свора меня обступила, руки, ноги мои растерзали, перечесть можно кости мои, пожирают меня глазами, бросив жребий, одежду мою между собой разыграли. Господь, моя сила, не отдаляйся, на помощь ко мне устремись, избавь от меча мою душу. Одна она у меня, от псов, от их лап, от быков и рогов, от пасти львиной спаси. И на зов мой откликнулся ты. Вот от красоты перейдем к практическому применению. Вот кем используются ваши переводы, когда, как? Ну, конечно, когда я делал свой перевод, я не имел в виду его богослужебное использование. Это так сказать, археологический перевод. То есть для меня было важно докопаться до тех изначальных смыслов, которые вкладывал автор, то есть псалмопевец, в свои псалмы. Но мне хотелось в первую очередь показать... Дело в том, что как мы воспринимаем псалтырь, который мы слышим в храме, скажем, когда она читается по-туркменно-славянски. Обычно до нас доходят какие-то отдельные фразы, мы их воспринимаем, потом наше понимание проваливается, потом опять выхватывают какие-то отдельные фразы. И нужен очень большой опыт постоянного чтения псалтыри, чтобы как-то псалом выстроился в некое единое произведение, чтобы мы почувствовали, что внутри каждого псалма есть сюжет и так далее. Но на самом деле, действительно, каждый псалом, он законченный.
он имеет свою форму, он имеет свой сюжет, в нем есть своя внутренняя драматургия. И вот мне хотелось активизировать именно все эти вещи, то есть донести до русскоязычного читателя, сделать их понятными, сделать так, чтобы они звучали для русскоязычного читателя так же естественно, как когда-то они звучали, когда были сочинены или произнесены Давидом. Вот была задача. То есть эта задача такая филолого-историческая, филолого-археологическая, если хотите. И кроме того, мне, конечно, хотелось, чтобы это был текст, который максимально близок к оригиналу, но при этом, чтобы это был также и поэтический перевод. Обычно делается так, либо подстрочник, либо поэтическое переложение. Но вот я попытался совместить две эти, казалось бы, несовместимые задачи. Сделать поэтический подстрочник. Ну, надеюсь, что отчасти, конечно, нельзя сказать, что это совершенно... Но, по крайней мере, отчасти я к решению этой задачи приблизился. И в целом, мне кажется, что что-то интересное получилось. Я вижу, когда я читаю эти псалмы, я их читал в разных аудиториях, и студентам, и, скажем, монахиням горнего монастыря в Иерусалиме и так далее, то у всех это вызывает очень большой интерес. Потому что они как бы вдруг заново открывают все эти тексты, которые они постоянно читают, слышат каждый день в храме или у себя в келье и так далее, и так далее. Вот. И это очень интересный опыт. В первую очередь вы ученый. Ваши коллеги как относятся к этой вашей работе, к переводам? Как к научной или как к творческой? Ну, я думаю, что для меня было бы, конечно, идеально, чтобы эти две стороны не разделялись и не были разделяемы теми, кто читает эти псалмы. Я бы хотел, чтобы здесь и научная работа, и творческое, поэтическое вдохновение, они как бы объединились и дали вот тот плод, к которому, собственно, я стремлюсь. Вот, поэтому... Для меня, конечно, очень приятно все-таки, когда их оценивают как хорошую поэзию. Вот. А научный, весь этот инструментарий, он пускай остается как некая кухня, как некая лаборатория. Он не должен выпирать, он не должен как бы о себе заявлять очень сильно. Но зато, если кто-то мне предъявит претензии и скажет, смотрите, что это у вас такое написано, я, конечно, всегда с текстом в руках и с научными комментариями смогу показать, что здесь этот смысл был действительно изначально заложен или предполагался. Но часто есть такая проблема, что псалтырь многозначна. И переводчик сталкивается с необходимостью выбрать одно из возможных прочтений. Ну и здесь, конечно, это тоже вот те риски, которые берет на себя переводчик, когда он должен выбрать одно из прочтений, потому что не всегда возможно по-русски сказать так же, как по-еврейски. Конструкция еврейского языка, он... намного отличен от русского? Или... Ну, естественно, русский – это индоевропейский язык, а еврейский, арамейский, сирийский – это все семитские языки, они устроены принципиально иначе. Вот. И само их устройство, оно тоже очень интересно. Например, там все слова имеют трехсогласный корень. Да, то есть корень – это три согласных. От того, как мы огласуем этот корень, то есть какими мы гласными снабдим эти согласные, мы получаем различные слова. И поэтому, поскольку древние тексты не имели гласных, записывались только согласные, это 22 знака, передающих согласные звуки, то, конечно, и здесь возникает, опять же, дополнительная возможность для разночтений, потому что мы можем... Одни и те же согласные, а голосовать по-разному, получается совершенно разные слова, соответственно, совершенно разные смыслы. Вот. Конечно, это совершенно особая область, особая языковая область, семитские языки. Вы заведующий кафедрой библеистики Московской духовной академии. Вот для вас библеистика или шире богословие – это творчество или наука? Или наука о творчестве? Ну, никак не наука о творчестве, конечно. Я думаю, что в первую очередь это, конечно, ученые студии, ученые занятия. Вот. Но если
человек способен проникнуть в свой предмет настолько глубоко, что он может говорить об этом просто, возвышенно, вдохновенно, и тем более языком поэзии, то я думаю, что это просто лишний раз свидетельствует о глубине его научного проникновения в предмет. То есть для вас это нераздельно? Для меня это нераздельно. Напротив, я считаю, что богословие в высшем своем проявлении всегда становится поэзией. Вот, и не случайно у нас огромное количество примеров, когда богослов обращается именно на языке поэзии. Особенно, кстати, среди сирийцев. Это Ефрем Сирин, в первую очередь, конечно. Потом Афрат, мудрец персидский, он пишет прозой, но постоянно вдруг его проза сгущается и превращается в стихи. Он как бы спонтанно с прозой переходит на стихи и так далее. Я думаю, что поэзия — это, конечно, некое высшее проявление. И поэзия таит в себе удивительные возможности, потому что там можно приблизиться к тайне, как бы не называя вещь эксплицитно, как бы подвести к ней, задать некий вектор. То есть поэзия, именно поэзия способна, сохраняя ощущение тайны, подвести к пониманию этой тайны. Мы подготовили небольшой сюжет о кафедре библеистики. Давайте посмотрим. 8 февраля 2004 года в стенах Московской духовной академии была основана новая кафедра – кафедра библеистики. На должность заведующего был назначен доцент протоиерей Леонид Грильхис. Основное направление научной деятельности, выработанное кафедрой, это разработка углубленного курса святоотеческой экзегетики с привлечением широкого контекста всех современных библейских исследований. В настоящее время на кафедре преподаются 23 дисциплины. В преподавательский состав привлекаются ведущие специалисты в области библеистики и ученые со светским гуманитарным образованием. Библейская кафедра ориентирует своих слушателей на самостоятельную исследовательскую работу. Студенты имеют возможность познакомиться со всем спектром библейских исследований, получить основательную языковую подготовку, позволяющую читать Священное Писание на языке оригинала. Кафедра осуществляет самостоятельные археологические экспедиции в исторические места Святой Земли, а также проводит ежегодные выездные семинары совместно с ведущими католическими университетами Европы. Библейские исследования всегда были неотъемлемой частью церковной науки. Но в советский период с закрытием духовных школ эта работа прекратилась. В настоящее время кафедра библеистики Московской духовной академии возрождает былые традиции. Сейчас духовные школы входят в Болонский процесс. Это как-то отразилось на работе вашей кафедры? Я думаю, что у нас возникло очень много проблем, в первую очередь, в связи с этим. Потому что мы переходим на вот эту Болонскую систему, которая предполагает первую ступень обучения, бакалавриат, 4 года, и затем двухлетняя магистратура. Но если в светских вузах уже на первой ступени студенты поступают на определенные факультеты, то есть у них уже с первого года начинается специализация, и они 4 года слушают специальные дисциплины, после которых они, конечно, могут написать уже научные исследования в магистратуре, то, к сожалению, наша первая ступень, так называемый бакалавриат или семинария, она остается недифференцированной. То есть, по сути, студенты, когда поступают к нам в семинарию, они проходят самые общие проблемы. Никакой специализации нет. Скажем, курс библеистики ограничен только Новым Заветом и Ветхим Заветом. От них требуется прочитать эти тексты, знать библейские книги, но, может быть, в лучшем случае иметь представление о структуре этих текстов. Но когда они переходят в магистратуру, уже к концу сентября от них требуется закрепить тему. Тему научной работы, причем в тех директивах, которые у нас спускаются, там сказано, что
магистерская работа должна быть научным исследованием. И возникает вопрос, а как они могут писать научные исследования, если они еще не слышали никаких научных, специальных дисциплин? Мы им не дали никаких специальных знаний и навыков, а требуем, чтобы они определились темой. То есть, если мы говорим нашим студентам, копайте, то мы им должны прежде дать в руки лопату. А мы наблюдаем то, что они начинают копать пальцами. А пальцами много не выкопаешь, и можно только переломать эти пальцы, ногти и так далее. Что вы с этим сейчас делаете? Я не знаю, это огромная проблема. Потому что они, я уже опасаюсь, сейчас придут студенты в магистратуру, и они будут ходить за преподавателем и говорить, что нам писать, о чем нам писать. А потом они будут ходить и говорить, а как нам писать и так далее. Вот чтобы решить эту проблему, есть два выхода. Либо надо вводить специализацию уже на уровне бакалавриата, как это принято во всех вузах, либо надо как-то решать эту проблему на уровне магистратуры, но тогда нам потребуется дополнительный год. А наша магистратура, к сожалению, тает на глазах. То есть мы видели, что была 4-летняя академия, потом она стала 3-летней, теперь 2-летней, а по последним программам все сводится, по сути, к 3 семестрам обучения. Понятно, что за это время невозможно обучить студентов так, как мы бы этого хотели. Я считаю, что еврейский, арамейский, греческий – это азбука библеиста. Это тот фундамент, на котором можно что-то строить. Если они эти языки не освоят, то они, в лучшем случае, смогут читать какие-то книги по библеистике. То есть это будет похоже на библейский кружок. А сами самостоятельно никакого исследования, конечно, не сделают. Знаете, как говорил один профессор из Библиума, это в Риме, библейский институт, если человек хочет съесть рыбу, у него есть две возможности. Либо он встает рано утром, берет удочку, копает червяков, идет на речку, сидит, ждет. Но если он эту рыбу поймает, он будет уверен, что это свежая рыба. Либо вторая возможность. Он идет в ресторан, заказывает и ест. Это очень просто, удобно, комфортно. Но никто не гарантирует, что эта рыба будет свежей. И вот, собственно, мы всегда хотели, чтобы наши библеисты шли первым путем, чтобы выучить их так, чтобы они могли сами работать с библейскими книгами, могли самостоятельно производить исследования, могли самостоятельно вычленять какие-то интересные вещи. Но вот та система, которая сейчас сложилась, она нас подталкивает, конечно, ко второму пути. Вот. И для того, чтобы как-то поправить эту ситуацию, мы сейчас на кафедре библистики предлагаем вести так называемый пропедевтический год. То есть, когда студенты, которые хотят изучать библистику, будут в течение первого года изучать усиленно древнееврейский и греческий язык. В течение года, если они посвящают себя только этим дисциплинам, это вполне возможно сделать. И здесь, собственно, мы даже не оригинально, потому что в начале века, скажем, на Западе таким же образом поступили в библиуме. И все студенты, которые хотят изучать Библию в Риме, они обязаны пройти этот пропедевтический год. Причем многие приезжают туда просто для того, чтобы выучить языки. Например, наш российский библиист, отец Арсений Соколов, который служит в настоящий момент в Лиссабоне, который написал прекрасную книгу по Иисусу Навину и сейчас защищает докторскую по книге пророка Амоса. Вот он приехал на год в Рим, в Библиум, изучил там эти языки. И это ему позволяет работать. Если бы он этого не сделал, он бы ничего не смог написать. Поэтому эта ситуация, она сейчас встала перед нами со всей своей какой-то определенностью, со всей своей очерченностью. И мы пытаемся как-то ее решать. И всякий раз на ученых советах, и на заседании НМС мы об этой проблеме заявляем и надеемся, что она будет услышана, и нам удастся реализовать то, о чем я сейчас говорю. Каких проектов мы можем ожидать от вас, от вашей кафедры? Что у вас впереди? Ну, на нашей кафедре очень много всего интересного. Вот, в частности,
почти ежегодно устраиваются экспедиции на Святую Землю, археологические экспедиции. И вообще неожиданно, хотя изначально это в 2004 году мы даже не планировали, у нас, скажем, большим интересом на кафедре пользуется библейская археология. Но время от времени, я понимаю, что это не может быть часто, у нас появляются очень интересные работы, связанные с библейской филологией. Но я думаю, что вот сейчас все усилия наши брошены как раз на организацию вот этого пропедевтического года. И если это получится, то это могло бы стать очень хорошей общецерковной, не только кафедральной, а общей церковной площадкой, где так быстро в течение года студенты, я подчеркиваю, что не обязательно даже наши академии, могли бы изучить вот эти сложные древнееврейские и древнегреческие языки. А пока у нас есть ваши переводы, позвольте мы еще посмотрим один сюжет. Это Псалом 138. Господь, ты меня испытал и узнал. Известно тебе, где я сел, где я встал. Ты издали видишь все мысли мои, ты отмерил стоянки мои и пути. Все стези мои видишь, и слово, что слететь с языка лишь готово. Ты, Господь, уже знаешь его. Ты изваял меня спереди, сзади, руку свою на меня возложил. Но познать тебя мне не дано, не постичь чересчур высоко. От духа куда твоего я уйду, куда от лица твоего убегу. Если взметнусь в небеса, то ты там, в ад ли спущусь, но ты так же и там. Если на крыльях зари понесусь, если за краем морей поселюсь, ну и там меня держит десница твоя, и рукою своей направляешь меня. Если скажу, тьма сокроет меня, ночь надо мной зарится, и тьма не упрячет меня от тебя, мрак ночной осияет свет дня. Ты создал мои члены во чреве, материнском меня сохранял. Слава тебе, я предивное чудо знаю, чудесны твои все дела. Когда, созидаясь, я ткался в сокровенных глубинах земли, моя кость от тебя не сокрыта была, и зародыш мы видели очи твои. День создания каждого в книгу твою занесен, не забыт ни один. Как дороги мне все мысли твои, Боже, нет им числа, перечисли их мне они многочисленнее песка. Даже когда я очнусь от видения, с тобою по-прежнему я. О, если б ты, Боже, сразил беззаконных, прочь убийцы, долой от меня, те, кто ложно клянутся тобою и всуе, к имя возносят твое. Ненавижу я, Господи, тех, кто ненавидит тебя, кто поднимается против тебя, тех презираю я. Всей душой своих ненавижу, враги они для меня. Испытай меня, Боже, узнай мое сердце, мысли мои распознав, рассуди. Посмотри, если я на опасном пути, на путь меня вечный направь. Отец Леонид, благодарим вас за ваши прекрасные переводы и за то, что нашли время быть с нами. Спасибо, Маша. Протоиерей Леонид Грилихис, заведующий кафедрой библеистики Московской духовной академии, ученый, переводчик и поэт. Это программа «Лица Академии», подготовленная киностудией «Богослов». С вами была Мария Пономарева. До встречи.